Самин Глупери, и сегодня мы вместе с вами выдвигаемся на магнитную рыбалку. Привет, друзья, я вместе с вами. И куда мы поедем? Расскажи. Короче, сейчас мы поедем на то место, там, где в прошлом году мы выловили чемодан Зека. Чемодан Зека, и посмотрим, что за этот год, который прошел, прибило к этой дамбе. Да. Может, что-нибудь интересное найдем. Да. Я, короче, сейчас поеду на нашем мопеде, а папа меня будет догонять на машине. Так, включаем. Давай, заводись. Веревочки нужно эти все поправить. Да, все, поехал. Короче, друзья, случилась неудача. У меня спустило колесо. Мы уже едем вот тут по песочку. Ну там, нет, там не болото, там речка. Мы уже едем по песочку. Дедушку уже высадили, он пошел пешком куда-то на ту речку. А мы еще едем дальше на машине. С нами еще Димон. Да, это такой крутой комментарий. Лови колючку! Пух! Блин, прям в камеру. Прямо в камеру попал. Куда полез? Сейчас мы на него колючку. Дима, слазь! Дима, слазь, я не могу одной рукой тебя потом спасать. Смотри-ка, тут еще велик стоит. О, прикольно. Значит, где-то рыбачок еще один лазит. Дима, отойди! Дима, отойди, а то сейчас зарядит тебя. Он кидает вообще как безумный. На всю руку прям. Все, теперь тянем. Он окунулся, да, все. Мы когда сюда пришли, вон там ребята, рыбак стоял, смотрит, что-то мы здесь смотрим на него. Я что-то поймал. И понял, наверное, что ему надо уходить. Собрался и пошел. Что-то тяжеленькое. Тяжелое? Ну да. Да, под натяжечкой? Да, смотри, видишь, под натяжкой. Под натяжкой, давай. Ну хотя, может, он по дну идет так? Не, так по дну. Подожди-ка, дай-ка попробую. На, попробуй. Нет, что-то споймал. Тяни. Да? Тяни. Тихо. Что-то есть. Нужно очень аккуратно. После первого закидывания. Попробуй давай, сам. Давай вот. Я попробую. Давай. Если не получится, то пойду на тот берег. Опа-на. Палка? Не знаю. Коряга, может? Да-да-да-да-да-да-да-да. Дерево какое-то. Коряга какая-то лежит. Держи, тяни, блин. Я думал, там уже что-то будет. Ну, блин, такая попытка была. Подожди, да, я закину туда прям под самое течение. Давай. Может, что там и будет. И раз. Ну, не под самое. У тебя брызги были, как будто ты сам туда прыгнул. Да. Мне же на лицо попало. Надо по чуть-чуть, а то он даже не успевает тонуть. Давай Димосику кинуть. Оба-на! Бау. Так, Дима вытягивает. Димос вытягивает. Давай. Я вытягиваю. Димос. Там что-то есть. Тяни. Вон, там айфон прикрепился. Димос, тяни. Да примагнитил там айфон какой-то. А. Видишь, черного цвета. Нет, это водоросля упала. Водоросля испугала нас. Нет, мы уже Дима, обрадовались. Ты не так, тяни, он же порвет. Дима, короче, хочет нам порвать веревку. Вот так вот тянет. Да, так нельзя тянуть, Димас. Надо так тянуть вот так вот руками. Нужно вот. Надо вообще новую веревку покупать. Ей уже этой веревке 2 года. Мы уже кидали туда. Да ты еще мало кидал. Кидай туда, туда, и... туда, опять? Туда, туда, туда. Через каждые 0.5 метра. Да и до конца да, надо блин, кидать. Куда а? Ты кидаешь? Под самый бережок. Да, блин, тут посмотрите, просто места нету, чтобы даже размахнуться. Можно вот туда вон залезть нет, и оттуда. Нет, нет, здесь не за что держаться. Я вас туда точно не отпущу. Если хотите рыбачить, то рыбачите здесь. О, смотри, какие красивые водоросли. Это мой новый парик. Все, выкинули. Очереди. Нет, какой очереди? Я кидаю дальше, отойди. Да блин, да а! Что такое у тебя вечно? Да тут негде размахнуться. Ты просто, Артем, веревку клади на перила. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас вытянем кошелек. Опять та самая коряга. А, цепились сразу. Опять за корягу. Мне кажется, ее надо достать. Да, надо. Вот там что-то бурлит. Бурлит? Это водоросль. Ого, смотри, сколько бурлит. Ну? Там кто-то пукает. Пукан сидит. А, Тоша. Шрек. Это Шрек. Кидаю на корягу.
Ну вот это более-менее, практически до самого берега. Давай-ка я тебя буду сюда тянуть, чтобы оно прям за корягу зацепилось. Я чуть не упал. Коряга! Давай за шрек. Ой! Нет, там не коряга, там было что-то вот прям, оно, знаешь, оно тяжело, а потом оторвалось. Так, и что у нас? О, кстати, как это палочка. Магнитная? Железячка? Нет. Кусочек, а, это, нет, какая-то палка и магнитная. Интересно, что за ерунда. Сейчас закину вот прям под самую ту штуку. Смотрите, ребята, он должен закинуть туда. И посмотрим, что у него из этого получится. Дима, пригибайся, голову убирай. Да, действительно. Жу-жу-жу. Закинул, повезло, повезло. Если там что-то будет, это будет жестко. Ох, посмотри. Это водоросли? Что? Ты что-то словил. Там какая-то фигня. Ты что-то словил, так, давай, показывай. Опа, примагнитили. Примагнитили. Давай-ка вот эту штуку всю уберем. Так, что здесь, рассказывай. Палка. Водоросляная. Куча водорослей. И какая-то штука. Смотри, видишь, здесь на нем даже вон что-то завелось. О, смотри, что-то ползает на нем. Фу-фу, это пиявки. Да? Это пиявки. У тебя нет на руках пиявки? Я просто положил в кучу. Да. Есть пиявка? Да. Покажи. Я ее сдул. Сдул? А вот это что? Это не пиявка? Какая-то штука. Буль. Блин, тяни. Дима, а что ты планируешь выловить оттуда? Ну-ка, расскажи. Айфон как минимум. 12-й Pro Max. В прошлом году мы хотели 11-й вылавливать. В этом уже 12-й. В этом уже 12-й. Дима, ты за собой веревку понес. Ну, закинем так. Смотри аккуратно, Дима, рядом с этим велосипедом не лазь. А то сейчас какой-нибудь дядя придет и ругаться будет. Даст тебе трынды. Так, кусок тины. Не, Дим, давай я буду кидать. Да ты два раза я. Давай, два раза Артем, один раз Дима. Да, давай, кстати. Давай, а потом три раза папа. Да боже! Куда он мне кидается, я вообще не понимаю. Ты подальше к тому берегу заряди. Да я пытаюсь, оно не кидается. У нас ничего нету. Там посмотри, там может какая-нибудь мелочевка. Посмотри, может что-нибудь прилипло, какая-нибудь монетка, копейка, 2 рубля. Нет, нету. Вот там бурлит что-то, нужно туда кидать. Оно все бурлит, посмотри, куда ты не кинешь, оно бурлит со всех сторон. Но там оно еще до сих пор бурлит. Поэтому если ты будешь кидать, ну там посмотри, как бурлит. Вон там посмотри, бурлит. Ты тянешь что-то? Нет. Ой, что-то зацепил. Так. Что ты там зацепил? Да, что-то тяжелое тянется. Так. Тянется. Тяни. По чуть-чуть, а не как спортсмен. Да, по чуть-чуть, не как спортсмен. По самому. Я вижу, что сосед к берегу не подальше от берега. Опа-на. Что колесо. Это колесико, как у тебя в мопеде. Что? Это именно такое колесико, как у тебя в мопеде. Хромированная? Может, она лучше твоего будет? Не знаю. Покрути другой стороной на камеру, чтобы мы видели. Может, его почистить будет отлично. Колесо! Это у нас мега-колесо. Что? А подшипник не крутится. Он еле-еле, видишь? Типа смазать можно. Смазать можно. Если он так крутится рывками, то это значит, можно уже выбросить. Он уже ржавый внутри. Вот это, наверное, еще не проржавело, не успело. А ее можно сдать на металлолом? Потому что... Да, конечно, все можно. Это какой-то дюралей будет? А за или сколько это алюминий? Можно будет я не знаю, сдать? Что такое. Я вообще не знаю, что рублей ты... Рублей 10 будет? Да, ну... Ты заметил, даже Дима его нашел. О, то есть то, что ему... Тяжелое. Опять что-то тяжелое? Стой. Да. По самому дну тяни? Отцепилось, кажется. Блин, прям лицо перснул. Опа. Вот на это, наверное, всю. Твой самый удачный. Но ты туда уже раз 5 кидаешь, а вот туда вот ни разу не закинул. Оно именно магнитится, оно не цепляется. Оно вот ты тянешь, а оно обратно чпок, и все. Да? Да. И у нас пустой магнит. О, кстати, смотри, как тут вот много всяких вот этих вот штучек. Железячек, да? Во. Видишь, прилипают. Нет, не вижу. Вот, видишь, прилипают. Сами. Дима, а почему ты вот так вот в руку не берешь и так шух кидаешь, а на веревке махаешь?
Вот, как Дима стрёмно кидает. Да, вообще Дима стрёмно кидает. Ну, давай тяни, Димос. А вот я что-то не вижу рыбака от вон того вон велика. От какого? От того, вот, который сзади стоит? Я вот, похоже, велик хотел себе купить. Ну, вот смотрел, вот, похоже. Это что там у нас? Это какой-то горник. Подожди, подожди. Давай. Подожди, он что-то... Ну, тяни, Димос. Вот рыбака нету нигде, ни удочки не торчит. Все, походу, ни оторвалось. Я вот где-то, похоже, себе, вот помню, смотрел. Все, пошли, пошли, пошли. Да подожди, сейчас... блин. Там, может, где-нибудь мужик сидит в кустах и смотрит за нами. Димос, да-да, покажи, сколько пиявок словил. Давай, давай, тяни. Какая? Опа, ничего. На. Димоса, отойди от велосипеда. Палка движется. О, вот это улов. Это рога оленя. Это рога оленя. Там даже... Она к чему-то прилепилась на дне. Не, палка, короче, не там тянется. Ну и не надо нам, это палка. Вот сюда вот попробуй кинь. Куда, подальше? Вот чуть-чуть? Сюда вот. Вот. Давай. Подожди, кто-то идет. А, нет, это ветер. Да блин, а! Мошка в ухо залетела. И из другого вылетела. О, это моя очередь. Дим, ты чуть сам себе по ноге не долбанул. Я тебе хочу сказать. О, все, тянем, нормально. Потянем. Давай. За арматуру. Там что-то прилипло. Подожди. Опа-на. Да ты металла искать. Дима, забирай свои штукенцию. Молодец, ты богачо, эльпачо. Короче, друзья, сейчас я буду сюда закидывать наш магнит, потому что вон сюда... Вон туда, мы... к этому, да. К листу тому, к кувшинке, да? Да, потому что мы еще в ту сторону ни разу, кстати, и не кидали. А я тебе говорил, Дима, что отойди. Надо кидать. А тебя не запутается? Вон там хомут какой-то у тебя висит. Нормально. Нормально, ну смотри. И раз. Смотри! Опа! Чего? Что это? Что это? Металлическая штука какая-то тоже. Наша. Круто! Вторая, третья. Третья крутая уже находочка. Первая находка у нас была какая-то лопатка, угу. Потом колесо, колесо и теперь и капкан. Теперь капканчик, да. Давай-ка заведем его и палочку суванем. Да, давай. Подожди. Ты одной рукой заведешь? А я не знаю, сейчас попробуем. Так, самое главное, как-то это делается. Ты смотри, ты наступай ногами по бокам, по вот этим вот штучкам. Вот. Так, одной ногой, второй ногой вот так. Отлаживаем. Ага, а вот это... Да, вот. Смотрите, ребята, а вот это вот так вот. Хлобысь! И все! Смотри, оно ее прям перекусило! Давай. Буль? Берешь вот так вот, не пальчиками, не пальчиками, а вот рукой. Как мужик. Вот так вот вытягиваешь руку, прилепилось что-то, стой, и отлепилось. Здесь опять вытягиваю ты быстро. Ты попытки тратишь, у меня еще тогда две, а это не считает. Да, короче, у Димы еще две попытки. Но вот тут что-то липнет. Это не камешек. Подожди, подожди. А, это... Каши. Это здесь живет жук, личинка живет. Она себе из этих магнитных камушков сделала норку, и теперь она выбралась оттуда. Выкидаем личинку обратно. Личинус выкидаем. Так, ну, вот смотри, куда Дима далеко забросил. Сейчас, наверное, тоже да, что-то вытянет. Да, вообще киборг. Еще тяжело, стой. Нет, уже там ничего нет. Прям по мне ударил, молодец. Дима там, наверное, машину достал. И вправду. Целая машина. Мы ему говорили, не тяни возле арматуры. Он взял, прилепился. У нас тут ничего нету, машины нету. Друзья, короче, мы уже, наверное, раз 50 закинули. Сейчас кинем еще, наверное, раза 2. Вот сюда вот я уже кину. И еще туда куда-нибудь подальше. Короче, последние 2 раза закинули. А наловили мы, кстати, очень хорошо. Вот столько. И вот эту вот кочерышку. Дима, только руками не трогай, смотри, а руками не трогай. Все, я закидываю второй раз. Так, ребята, последний улов, самый важный. Надеюсь, сейчас мы что-нибудь словим. Как ты думаешь, словишь или нет? iPhone 13. Только ты сейчас должен забросить очень-очень далеко. Вот. Вот сейчас точно очень далеко забросил.
На всю силу. Меня аж тянуть начало, видели? Кнопкой передачи переключается. Покажи-ка. Ну, да. Смотрите, ребята, видите, с первой по седьмую и переключение, и ТТ. Первое это ТТ, это Тейстим. Короче, у нас здесь ничего нету. А, нет, вот какая-то штучка. Покажи. Вот, квадратная, угу, прилипающая. Просто супер. Ладно, слаживаем магнит и начнем, наверное, все это собирать. А, велик посмотреть же. Тейстим, тут даже на сиденье написано. А я и не заметил, едет кто-то. Тут, скажи, вот даже дисковые тормоза. Это... Именно та модель, которую я смотрел. Ну, блин, посмотри, как он круто выглядит. Да я просто посижу. Артем. Да, блин. Ну, тогда давай собираться и погнали. Вот это нам не пригодится, но мы его в мусорку выбросим. Почему? Бабушке вот как совок дадим. Только спицы пригодятся. А это, ну, рабочий вариант. Рабочий вариант. Будем в видео где-нибудь задействовать. Кого-нибудь будем ловить. Будем у бабушки под дверью. Да, будем бабочку пугать. Знаешь что? Что? Я только что рукой провел по всей вот этой вот крапиве. И да? Меня ни разу не ужалило. Колесико. Так, что тут? Капканчик. Вот капканчик. Ой, блин, а! Что-то споткнулся. И совочек. Опа! Можно погнали. Ехать за дедом. А прикинь, он там выловил какой-нибудь спиннер. Simple Dimple. Ну что, словил тут что-нибудь? А прикинь, мы, короче, там, когда были, магнит закидывали, мы там велик видели. А какой? Черный? Да, черный такой. Я 2 дня назад его увидел. 2 дня назад? Да. Ну, вон там, он, то есть, возле дамбы стоял. Ну, да. Я думаю, у рыбака это какого? Нет, так и мы в этот раз не видели. Забрать, где-то забирать, я говорю. Ну, так давай реально заберем. Так а что ему там 2 дня стоять, что ли? А, даже 3 дня. Друзья, вы сами все слышали. Дедушка нам сказал, вон он там сидит, то, что тот велосипед лежит там уже целых 3 дня. И, короче, мы решили перепрятать этот велосипед куда-нибудь в другое место, чтобы его не нашли какие-нибудь другие люди. Мы его, короче, перегоним в другие кусты, и на следующий день... Дима, аккуратно, ним, аккуратно, Димос, не обжар... Если за ним никто не вернется, не мы его заберем тогда себе. Артем, мы забыли взять кусачки. Он же прицеплен цепью. Да? О, термос. Что там? Пусто? Он пустой. Пустой. А в пакете что? Там, наверное, бутерброды кинут. Там джин. Джин? В пакете телефон. Дай попробую его включить, может, он разряжен. Нет, не включу. Подожди. Включился. Блин. Все, выключился. Все. Ложи на место. Хаваем телефон, на место. Телефон здесь кидаем. Здесь кидаем? Я не знаю. Давай телефон тогда здесь кидаем. Вот так. Возьми термос, сложи. Артем, термос да, сложи и вот туда в кусты закинь. Вот сюда в кусты. Недалеко. Вот сюда. Он тут обмотан вокруг рамы и вокруг колеса. То есть мы никак его не увезем. Только если... Ну все, пошли домой. Колесо. Нафиг он тебе? На переднее колесо. Может. Так зачем он тебе? Купи себе другой велосипед. Так я такой хотел. Я точно такой же себе смотрел. А если хозяин его искать будет? Ну, я не знаю, ну 3 дня его нету, значит, ему не надо уже. Да давай его сейчас заберем, его может кто-нибудь другой найти, кроме нас. Тут же, видишь, тут же вот рыбак был, какой-то дядечка. Спрячем его в кусты, и если реально за ним придет владелец, он его ж будет тут в округе искать, да? Я думаю, если бы владелец захотел его забрать, он бы забрал его, а не стоял бы он здесь 3 дня. Хотя, да. Хотя он, может, туда пошел в лес, вот здесь оставил велик и пошел в лес. Кстати, да. Самое интересное, сейчас будем тащить, кто-то такой придет и скажет, куда это тащишь? Будет прикол. У тебя на жопе висит колючка. Что? Это тебе колючка на жопе висит. Это тебе Дима забросил? Где колючка? На жопе. Так, давай. Наверное, Дима. Все, друзья, я спрятал. Так, ну что, не видно. Дима, ты его видишь? Его как будто бы здесь и не было. Все, ребята, все. Поехали. Завтра вернемся. Завтра вернемся. Нет, вернемся тогда,
когда выйдет видео, и наши подписчики скажут забирать его. Да, так что, окей. Ребята, все зависит от вас. Если вы скажете забирать, мы будем что? Забирать. Погнали. Пока. Друзья, как вы думаете, что вообще с этим великом случилось? Его тут оставили? Или с хозяином, может, что-то случилось? Как он вообще оказался здесь? Ну, не, это, как он, кстати, оказался, да. Это понятно. А почему за ним никто не приезжает? Зарослей. Это да. Ну, это мы, пожалуй, закончим. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам понравилась наша рыбалочка. Всем пока!